И всем привет, друзья! С вами снова я, Спокеймер. И что ж, у нас сегодня снова рубрика «Рандом всегда прав», а кто новенький, смотрите по этой подсказочке. Там пилотный выпуск, там все рассказывается. Хм. Что это за рубрика, да? А те, кто не новенький, то... Отлично! Немножко с таймингом я запоздал на нича. И что ж, у нас сегодня с вами четвертая миссия. Посмотрим, что за сложность выпадет сегодня. Меня больше ничего в этой жизни не удивит. Знаете, почему я посмеялся? Шучу. Низкая сложность. Снова! Третий выпуск подряд! Меня скоро начнут подозревать, что я там подкручиваюсь. Жаль, что это не прямой эфир, да? Хотя, может быть, буду когда-нибудь вести. Это кошмар. Низкая сложность снова. Я даже пароль помню. Burning Sun. Оу, это жесть. Кстати, хорошая новость. Наконец-то я разогнанный эмулятор смог запустить. И теперь у меня разгон не 2, а 5. Это Midnuffin. Так что чуть яркость поменьше будет, но там нельзя настраивать. Поехали. Харконнены, четвертая миссия. Одна маленькая победа не выиграет войну. Очередной регион оказался под влиянием дома Ордосов. Теперь... Тебе нужно выпотрошить их кишки, чтобы они навсегда поняли, с кем связались. Постройка техцентра откроет доступ к двум новым юнитам в танковом заводе и ракетной турели в стройплощадке. Танк-носорог выделяется повышенной живучестью и огневой мощью относительно хищника. РСЗО «Скорпион» предназначено для артиллерийских обстрелов. При этом юнит требует прикрытия из-за слабой брони. Ракетная турель обладает увеличенным радиусом обстрела относительно обычной турели. Однако наличие ракетной установки понижает живучесть данного здания. Что ж, поехали. Это будет весело. Снова легкая сложность, но... Рашить я не хочу, поскольку база довольно-таки далеко находится на этой карте. Это единственное, что я знаю, единственное мое преимущество. Я знаю просто, как выглядит карта. Поехали! Отлично. Ой, как отлично. Все идет. Но это мы еще узнаем. Пятый разгон? Да? До этого пробовал... Ну, естественно, я же рассказывал, да? Четыре ядра у меня теперь вместо двух. Так что у меня спокойно... Идет сека, представляете? Ну, разогнанная сека сейчас. 5 сек одновременно запущены. Зато лагов не будет. Но этого достаточно. Мне Razer так сказал, который сделал этот хак. Естественно, куда же без этого, да? Так, отлично. Они собирают там, где мне надо как раз таки. Надеюсь, там нет червей. Че, сразу зайдем с трех харвестеров? Поехали. Нам просто много денег дают, почему бы и нет? Низкая сложность, значит, спайс харвестера врага будет собирать очень мало. Ты идиот? Ребятки, давайте-ка эвакуируемся нахер отсюда. И строим стену. Будем отгонять этого гада отсюда. Пусть он агрится. Что ж, поехали. Кстати, генс разогнанный на 5 сек, так и на 8, так и не заработал адекватно у меня. Все еще там проблемы. Так что дело все-таки было в самом генсе. А не в моей этой штучке. Ой-ой-ой, как плохо-то все. Ой-ой-ой-ой, а может я где-нибудь снизу буду собирать, не? Снизу есть спайс, ребят, вы че? Охренели что ли совсем? Поехали, поехали, быстрее. Короче, проблема сама какая-то у генса, то что он не работает с разогнанным, будучи разогнанным. Обычно генс работает. Но он работает, но там 40 FPS, стабильных причем. Как будто специально, знаете. Ребята, давайте-ка поплотнее огонь. Киньте им плотную, осуждаю. Думаю... 6 харвестеров хватит, чтобы атаковать. А так, вставайте, отгонять червей будем. Тут немного у них другой интеллект, так что я этим пользуюсь. Ну, по крайней мере, я так думаю.
Отлично. Сейчас первого червя уничтожат. Пошел. Го второго. Это просто как приманка чего стоит. Он не будет жрать. Он тут поумнее. Он не будет жрать настолько дешевую технику. Строительство завершено. Что-то я со счета сбился уже. Мы уничтожили червя, да? Good job. А чё я не строюсь-то? Чёрт. Radar activated. Сожрал, гад. Видите, когда прям рядом нет техники, то он безвыборочно жрет всех. Так. Что делать нам? Ну, пока пауза стоит, давайте-ка подумаем. Я считаю, что нужно один бачок сделать для спайса. Доп Харвестер. Будем собирать. Так, я сказал бачок для Харвестера. Ну, это так. 5000 спайса вроде вмещает. И начинаем строиться. Первый завод. Второй завод. Отлично. Мне это ой как не нравится, знаете. Ребята, сползаем вниз. Что-то у меня плохое предчувствие. Ребят, может снизу будем копать, нет? Вот видите, что там есть же что-то. И совсем все плохо с головой, нет? Первое пошло. Сейчас второй пойдет. Мне просто очень не нравится эта вся ситуация. Тут давайте двоих оставим. Остальных на оборону базы. Хоть это и легкая сложность, но это Razer Hack, так что это прям как у Липецка обычная сложность. Так что не думайте, что легкая, это легкая. Это жопа. Начинаем строить танчики. А я не помню, после чего нам выдадут. Это музыка такая странная, да, в этом хаке? Я же всю поставил музыку, да, всю. О, музыка сбросилась, окей. Ставим их адекватно обороняться. И начинаем клепаться. Потому что что-то мне... Ой, как страшно. А я знаю, после чего появится. После хай-тека, да? Хай-тек тут какой? А, ну да, я же классический играю хак. Точно. Классические карты, классические здания. А то я что-то расслабился. По-хорошему бы с таким количеством денег. Ой, что, я Харвестер, да, поставил? А, нет. Питбули можно строить, но не, я не хочу. Красиво, да? Чисто стена из танков. Так, ребятки, что так медленно? Бегом. Капец, у меня, конечно, это здание сожрало спайса. Maybe исследовать снизу. Есть что-нибудь стоящее? Естественно, строим переносчик, чтобы побыстрее все это дело было. И отлично. Так, пару танков. Пошли. Пару танков. На охрану. Ну и взад к базе тоже. Штучку. Чтобы давить вовремя можно было. Ну и в принципе все. Можно начинать строить ракетные турели. Тут и так место есть. Идея, конечно, такая себе. Вы что, совсем идиоты? Раз, два. Все, стойте тут. Не-не-не, лучше охраняйте на месте. Какой нахрен противник? Че, идиоты, что ли, совсем? Где? Я чего-то не понимаю, да? Я вижу. Нет, не вижу. Слушай, вот тебе заняться нечем, да, больше? Окей, чувак. Клепаем, юниты клепаем.
А, папаша. Точно, точно, точно. Окей, окей. Без проблем. Вы серьезно, ребята? Вот вы смешные, конечно. Блин, по-хорошему бы начинать уже что-то выстраивать. Чё я медлю-то? Турели, поехали. Стойте тут, охраняйте чисто с кайфом. Фух, отбили. Я сначала не понял. Короче, все, император вторгся в игру и начинает качать свои права. Пора бы разведывать, да начинать портить кое-кому жизнь. Чисто исследовать. Мне что-то это вообще не нравится. Найти Харвестер врага, начать его мочить. Доступные позиции исследовать. Я полагаю, что это будет правильно. А Харвестер мне кто-нибудь покажет, нет? У противника. Ну что ж, давайте сзади базы объедем. Вот сюда. То сейчас у меня построится там. Первая пошла. Давайте, давайте, обследуем. Наверняка ведь тут гад собирает. Я был прав. Окей. Давайте прям внутрь базы заедем. А, она тут начинается. Интересно. О, а вот и главная база. Короче, я знаю, кого мочить. Отлично. Ой, танчики. Что ж такое-то? Так, 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 так. Не забываемся, строимся. Строимся, строимся, ребята. По-хорошему бы танка 2 туда провести, да мочить этих тварей. А по-хорошему бы как раз таки ребята, которые далеко стреляют. Так что давайте-ка мы их понаплодим. И вот сюда. Немножечко кровушки попортим-то дурачкам. Мне по-хорошему еще низ исследовать. Что-то мне там не нравится. А, да? Окей. Окей, окей, хорошо. Завершено. Так завершено. Как же приятно играть на разогнанном эмуляторе. И, кстати, легче, потому что тут нет бага, что противники будут скапливаться. Но, как я понял, тут противник не... А, собирает, ух ты. Вот это ты ловко придумал. Ух, а вас двое, Ребятушки мои. Ты, гады, спалили меня. Ладно, тварь. Ты думаешь, я тебе кровь не попорчу? Идиота кусок. Ребят, у вас спайса достаточно. Нахер вы тут собираете? Поголовые идиоты харконненские. Ладно, ну оскорбил я сам себя. И что с тобой? По-хорошему бы реально... Здравствуйте. Удачный десант, как я вижу. Господа хорошие. Вы мне очень нравитесь. Давайте-ка сюда и будем мочить тварей. Тебе заняться нечем, чувак. Сюда вставай, да порти им жизнь. Надо мочить Харвестера противника. У-у-у, какая красивая позиция, господин. Идем сюда. Сейчас мы им жизнь попортим. Постоим немножечко. Похайпуем. Поломаем мозги. Ой-ой. Мистер. Давайте-ка зайдем сюда. Не совсем мне это нравится. Опа, комбайн. Отлично. Не понял. Что? Давайте еще один закажем. Что, меня жрут, что ли? Да в смысле? Все ж... Я не понимаю. Где? Все в порядке у меня. Вот эти идиоты, что ли? Так их проблема же. Внизу. Внизу вы будете собирать? Нахер вы спайс у врага жрете? Это, конечно, хорошо, но... Хрен его знает, чем это закончится. Так что давайте-ка без этих вот ваших юморных приколов.
господа и господессы. О, кайфово работаете, ребята. Вот это вот тварь. А вот и комбайны, которые атакуют. Жрите спайс в другом месте. Чего тут вам не имеется-то? Надо, короче, длинноруких чуваков. Ну, вы поняли. Которые там жрать будут много. Да, начинать атаковать. Эти ребята нам еще понадобятся. Так. Проатакуйте дурачков. И этого тоже. На базу напали. Так кто на нее напал? А, ну да. Ладно. Мочите Харвестера, господа, мочите. Отлично. Порчу экономику. Хорош, хорош, господа, хорош. Вы чем... А, герой. Уничтожить всех до единого. Так, император, не твое дело, что курил Бэтмен. Моя красота-то какая, да? Стоп, а я могу ракетницу уже производить? Ой, там такое скопище. Вот бы атаковать, да? Но нет, пока мы тут постоим. Пока мы тут постоим. Как красиво стоят. Ну, слушайте, ну не могу удержаться, честное слово. Ребят, ну вот как без этого? Красиво стоите? Ой, а я могу ракетницу делать. Ой-ой-ой-ой-ой. Какая красота. У Харконненов они вроде как самые четкие. Пойдем. Уничтожить всех. Всех уничтожить. И не перестаем делать танки. Да, это вроде как четкие ракетницы. Красиво идем. Так, мне вот это вот вообще ваше не нравится. Ты серьезно, солдатик? А ребятам уже и собирать негде, да? Интересно. Минус Харвестер. Это называется тактика. Минус второй Харвестер. Не, ну серьезно, задолбали ведь, а? Ладно, 1-1. Так, парочку штук вот сюда. Будем уничтожать. Вот чем вы занимаетесь? Не даем им собирать спайс. Пусть мучаются, падлы. Я что-то видел. Мой зоркий глаз это не пропустит. Ребята, пару штучек. Ну, ты побитый, но все равно, иди сюда. Да-да-да, что-то мне там не нравится ситуация. У них еще и домашний спайс появился. Замечательно. Так, начинаем строить... А, так носороги уже появились. Да вообще хорошо. Ребята, ребята, смотрите. Какая интересная ситуация-то складывается. Откуда будем заходить? Сверху, да? Тут красивая такая позиция. Давайте сверху. А, ну и все, лимит юнитов. Прекрасно. Танчики красивые. Свеженькие. Самое то, да? Че, мы им собирать не даем? Забавно. За домашний спайс принялись, значит все у них плохо. Довольно-таки. Все довольно-таки плохо, господа. Как я понял. Отлично. Поехали, поехали. Ой, они какие медленные. Жесть. Главное не провалить тактику.
Ой, тут еще гора. Плохо дело. Ну ничего, ракетница, вперед. Красиво идем, а? Главное отвлекать дурачков и все. Ой, затерялся мальчик. Слушайте, мощно бьют. Вы идиоты. А, ну они четко стреляют. Окей, еще в подмогу пришлем. Красиво идем, а, красиво. Так, мне вот это вообще не нравится. Минус один, окей. Че, серьезно, двое остались? Ладно, будем бить. Ой, а у меня третья еще есть, прикольно. Минус один, минус два. Ой, бочонок-то сейчас я им подорву. Ой-ой-ой. Минус бочонок, как же так? Так, ребята, вы мне нравитесь. Давайте, поехали. Открываем второй фронт. Или что, давайте на первый все скинем. Хрен нам, да? А, ликвидирован, да, об одну пушку. Или что, где они? Ну, слушайте, было неплохо, согласитесь. Главное, чтобы лимит не упереться, хотя бы два построить. На базу напали. Да какая нахрен на базу напали? Вы видите, что у меня тут происходит вообще? Серьезно, какая база? База, ответьте. Ну, они на домашнем спайсе сидят, да. Такое себе, конечно, удовольствие. Я им собирать не даю, жестокий правитель. Ведь красивая сила, а? Красивая. Строительство завершено. На связи. На связи. Замечательно. Сейчас будем снова рашить. Без проблем. Хер вы что там соберете у меня, господа. На домашнем спайсе они сидят. Смотрите на них. Харвестеров-то я вам подрезал. Вроде как мои все собирают, я у них спайс уже краду с их же территорий. Нормально. Им, у них серьезно денег нет. И мне на что восстанавливаться. Impressive. На связи, так точно. На связи, так точно. Так, ребята. На связи, так точно. Вы, конечно, хороши, молодцы, но... Вы пойдете? Да, это колонна, отлично. На связи, так точно, на связи. Колонна бронетехники. Отлично, поехали. Так точно. На связи, так точно. Пока он там отвлекает. На связи. Не туда, не туда, ребят. Отлично, то, что надо. На связи. На связи. Ну красиво же, ну красиво же. Так в чем же тогда ваши проблемы? Мистер. Поехали. Вперед. Атакуют и атакуют. В чем же ваша проблема-то? Вы чем занимаетесь? Тут, смотрите, катается весь... задом даже катается. Ну вообще веселье пипец. Так, вот этого идиота уничтожайте. Тут сейчас деньги еще появятся у них. Ну красиво, замечательно, давайте, давайте. Я даже сюда одного оставлю, чтобы вам вообще весь спайс отрезать нахер. Так, скольких я вас там настроил уже? Три штуки всего лишь. Ну ладно. В хозяйстве все пригодится. Вы сформировываете отряд. Хотя толк-то от вас.
Не-не, вы идите вперед. Нужно уничтожать идиотов. Ты серьезно, чувак? Да, у них не осталось харвестеров. Раз он их привозит, значит, у них харвестеров и не осталось. Ну-ка, повезет куда-нибудь его? Нет, я еще и самолет уничтожил. Прекрасно. Так, может, вы пушку уничтожите, нет? Без приколов. Но тут не получится. Ну да. Такое себе. Хотя прекрасные ракетницы. Мне нравится дом Харконнов. Хотя кто меня спрашивал-то? Нет, ты тут еще пригодишься, мужик. Ой, а у меня еще одна есть. Вообще замечательно. Разрушайте. Восемь тысяч спайса, какая красота, а? Ну, они ликвидированы, я удачно зашел, конечно. Все, можете не отвлекаться на эту чепуху. Ликвидировать. Спайс мы им давать не будем собирать. Веселье да и только. Ай да хер с вами, навались. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Поехали. Хреном они спайс. Надеюсь, собрал и едет куда-то. Ну, пусть едет. Охренеть, чё умный такой, что ли? Ладно, вас понял, мистер. Открываем второй фронт. Поехали. Вы будете ликвидированы. А ловко я это придумал, да? Весь спайс отжал. Пошли, ребятки. Красиво. Ну и стой тут в одиночестве, идиот. Все равно все твои друзья мертвы. Ордосы, продажные ордосы. Он что, не достает, да? Блин, харконские ракеты очень хорошие. Они прям четко палят. Очень четко. О, этот идиот не достает. Из-за скалы. Удачно ты сюда, однако, рейзер поставил. Не, ну пятый разгон прекрасен. Быстренько все идет. Что ж, это конец. Все? Game over? Или нет? Щит. Ну это все. Вообще, объясни мне, Рейзер, какого хрена вот эти чуваки сквозь... Вот это вот все стреляют. Мне что-то это вообще не нравится. А то смысл в скалах тогда. От пушек бегать. Победа. Неплохо. Так приятно слышать вопли ордосов, когда их разрывает на куски ракета, не правда ли? Наша жизнь была бы слишком скучной, если бы мы не позволяли себе наслаждаться этими невинными удовольствиями. Отлично. Вы получили звание командир взвода. 25 минут. Вообще неплохо. Хорошо, я им спайс отрезал. 10. Ну, кстати, мне неплохо так юнитов уничтожили. Ладно, мне 0 зданий уничтожили. Прекрасно. Dark Hunter. Я Dark, да. Все верно. Прям под мой канал делали. Что ж, всем спасибо за просмотр. А с вами был Shadow Boss. Так Хироито. Atspa Gamer. Называйте как хотите. Всем пока. И подписывайтесь на канал.